Вот Руслан там еще сидит, я вот тут пока решил снять. Мы сейчас на площади Победы находимся, где-то в, не знаю, там, 5 километрах от аэропорта. То есть с юга едем на центр. Вот там такой у них этот памятник поставили. Вон. А в общем, прям все как в телевизоре, в Ютубе. Четырехшпурный этот дорога. И Штау, все стоят, ждут. Вот, тут он какой-то Виктория Плаза, бизнес-центр. Вот. Ну и вон там какой-то стоматологический центр какой-то еще получается. Этих много всяких иномарок, то есть местных этих, в принципе, мало на дорогах. Вот, у Руслана Kia. Жигули стоят что-то там около 1000 евро, вот его первая машина. Вот. Что тут еще интересного? Вот приехали мы вот оттуда сзади, вот там вот, вот оттуда вот.